наконец-то это случилось. Ура, ура. Наступила белая полоса. Ну, наконец-то. Как же я рад. Моя жизнь впервые стала счастливой. Ура. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня это будет очень веселое и радостное видео, но потому что наконец-то, спустя 4 года, случилось то, чего я ожидал еще очень давно, буквально с самого создания канала, еще с далекого 2020 года. То, что случилось несколько дней назад, у меня даже слова не хватает, чтобы описать все вот это. Но потому что уже неделю я являюсь самым счастливым человеком на этой земле. Ну, как вы уже знаете, я много раз говорил, что изначально я создавал новый канал лишь для одной цели. Для того, чтобы найти девушку. То есть для того, чтобы какая-то девушка случайно увидела мои видео и написала мне в Инстаграм, и мы начали встречаться. Долгое время все это было абсолютно бессмысленно, но потому что ни одна девушка мне не писала. Я уже до последнего разочаровался в этом всем, но потому что я не верил, что что-то может измениться. Не верил до последнего момента. Но где-то неделю назад все кардинально изменилось. Я, вот, знаете, честно, я до последнего не хотел снимать вот это видео, чтобы не сглазить свое счастье. Потому что завистливых людей огромное количество. Все вот эти завистники, все вот эти хейтеры, и они бы могли попытаться помешать мне стать счастливым. Но в итоге я решил рассказать все вам. В общем, дорогие друзья, то, что я вам сейчас скажу, я до последнего сам не верю в это. Я думаю, наверное, не поверят и мои подписчики. Неделю назад у меня появилась девушка. И у меня появились отношения, то есть мы начали встречаться еще где-то неделю назад, с девушкой, можно сказать, с девушкой моей мечты. Как мы начали встречаться? После вот этих многочисленных видео, где говорил там, что я ищу девушку, мне написала в Инстаграм одна девушка. Мне и до этого писали девушки, но они были, можно сказать, они не подходили под мои критерии. Они были либо же там, например, из других стран, хотя я всегда во всех видео говорил, что я ищу девушку с Украины, либо они были там например, возрастом не подходящие мне. Потому что я всегда говорил, что мне нужна молодая девушка, то есть возрастом там от 16 до 20 лет. Где-то неделю назад случилось то, что мне написала девушка моей мечты. В прямом смысле девушка, которая мне понравилась с первого взгляда. И что самое главное, которая действительно здесь и сейчас находилась в Украине, а не где-то там далеко. Мы начали общаться, я у нее спросил, как долго ты меня смотришь? А она сказала, что она смотрела меня очень долго. Где-то несколько месяцев. Как минимум, я, естественно, у нее сразу спросил, а почему ты не писал мне все это время? На что она мне, говорила, что она хотела написать еще очень давно, но она, к сожалению, находилась в Европе. Более того, вот эта девушка мне еще написала неделю назад, а где-то еще в августе. Она мне писала, но я вот это сообщение как-то не воспринял всерьез, потому что она написала, что опять же она сейчас не в Украине, и она приедет там, только в следующем году. Я ее словам не особо поверил, потому что мне писала
несколько девушек, там, я не знаю, в общей сложности за все вот это время где-то 0-10 девушек мне написало, и вот они постоянно только кормили меня завтраками, что они там скоро приедут, соответственно, и вот эту девушку я не воспринимал всерьез. Я ей сразу сказал, что переписываться с тобой я не буду, вот в августе я ей сказал. Соответственно, приедешь в Украину, но пиши. И вот случилось вот это грандиозное событие. То есть неделю назад вот эта девушка приехала в Украину, то есть она вернулась навсегда. Вот она мне сразу написала, что я здесь вот, и, то есть я хочу встречаться. На что я ей сразу сказал, что типа, давай встретимся завтра. То есть вот где-то неделю назад, вот в субботу, она мне написала, где-то в понедельник мы впервые встретились. У меня, был большой страх, что я ей не понравлюсь, потому что в жизни я выгляжу намного хуже, чем на видео, за счет того, что у меня косолазие, заикание, рост 1,50 м. Я очень сильно боялся, то есть, как она отреагирует на мою внешность в жизни, к счастью, вот эти все страхи не оправдались. И вот мы встретились, то есть в понедельник. Она оказалась с моего города. Не с моего города. Соответственно, вот она приехала ко мне в понедельник, в вторник, она находилась у меня дома. Я, естественно, на видео вот этого не стал говорить, потому что. Вот эта девушка, она из, обеспеченной семьи, и плюс, к этому, она, можно сказать, не хочет, чтобы я снимал видео, но тем не менее, я сам, понимаю, что я вот уже, не хочу, позориться, не хочу, позориться. То есть я хочу обычной, размеренной жизни. То есть, к тому же я не хочу, чтобы, например, ее родственники случайно увидели мои видео. То есть, чтобы выставить меня в каком-то неловком свете. Соответственно, вот это лично мое желание. То есть я одновременно с этим, принял одно решение, что, пора взрослеть. То есть, пора взрослеть нужно было еще очень давно, потому что мне вот, 30 лет, и до вот этого момента, то есть до понедельника, неделю назад у меня никогда не было девушки. Но сейчас она у меня, появилась, более того, вот эта девушка там, то есть не какая-то там вот чистая, знаете, с которой я там встречаюсь из-за отсутствия других вариантов. Вот эта девушка действительно вот девушка моей мечты. То есть она и внешностью мне нравится, и возрастом, и она мне нравится абсолютно всем. То есть вот в прямом смысле вот девушка моей мечты. То есть типаж у нее вот такой, который я люблю. И что самое главное, то есть она из такой обеспеченной семьи. Вот у нее там, у ее родителей своя компания, и вот они мне сказали, она мне сказала, что она мне, строит на работу, то есть, вот эту компанию, то есть, по знакомству, не куда-то там басяном стоять там за станком на заводе, а в приличную, компанию, можно сказать, ему вот этому, как она называется? По моему образованию, потому что образование у меня связано с компьютером, то есть вот это, можно сказать, как Влад Савельев, могу работать в ИТ специалистом, соответственно, вот она сказала, что чтобы соответствовать ей, то есть она меня поднимет на вот этот уровень, то есть и вот я стану совершенно другим человеком. На работу я, пойду уже завтра, соответственно, времени у меня не будет, да, и желания уже не будет. Вот, потому что, как я уже сказал с самого начала, я изначально создавал вот этот канал исключительно с одной целью, для того, чтобы найти девушку. Все, я, то есть,
осуществил задуманное, то есть, ну, канал выполнил свою единственную и основную функцию, то есть, найти мне девушку. И, но теперь, во-первых, у меня не будет время, во-вторых, я не вижу смысла, то есть, я уже совершенно, ну, другой человек, то есть, я встречаюсь с лучшей в мире, ну, то есть, я встречаюсь с самой, ну, красивой девушкой в мире, и я должен соответствовать ей, ну, то есть она не то, что как бы, ну, против моей деятельности, но я не хочу, вот честно скажу, вот эти все игрушки, вот эти все ваши ютубы, вот эти все ваши видео, вот это все детский сад, соответственно, я уже не хочу вот этим всем заниматься, да и зачем мне вот это, я, если я стал, ну, по-настоящему счастливым, я стал, ну, по-настоящему счастливым, и что-то, но другого мне не нужно, то есть я люблю ее, и она любит меня, и уже скоро мы, ну, поженимся, заведем детей и станем самыми счастливыми людьми на планете, то есть, а больше мне ничего не нужно, вот это, ну, была мое единственное и главное желание, то есть быть счастливым, все. Чего-то больше я не хочу. Ну, то есть мне не нужны ни донаты, там, мне не нужны там ни деньги, мне не нужна ни популярность, ни слава. Я хочу стать лишь обычным, ну, примерным семьянином, то есть завести, ну, деток, создать, ну, крепкую семью, ну, раз и навсегда, быть с ней, ну, просыпаться с ней, ну, по утрам. Ну, делить с ней закаты, ну, рассветы. Ну, каждую секунду вот этой уже ставшей для меня жизни. В общем-то, ну, дорогие друзья, я хочу сказать спасибо вам за все, за то, что были со мной все вот это время, все вот эти 4 года. Мне, ну, было хорошо с вами, но сейчас мне гораздо в миллион раз лучше. Ну, потому что до вот этого момента я даже не знал, что оно такое счастье. А теперь у меня улыбка на лице, ну, каждую секунду, то есть не спадает. Но потому что я вижу ее, она любит меня. Я не понимаю, за что она меня, ну, полюбила. Но тем не менее, я не хочу, чтобы вот это все заканчивалось. Мне до сих пор, ну, кажется, что вот это все сон. Но я уже много раз щипал себя за ногу, и даже за руку, и даже за еще одно, но другое место, за которое вот она меня, ну, тоже, так сказать, можно сказать, щипала, и я не просыпался. А значит, все вот это наяву. То есть вы можете себе, ну, такое, ну, представить, у меня, ну, появилась девушка, и мы счастливы. В общем-то, ну, дорогие друзья, на этой счастливой ноте я хочу попрощаться с вами. Новых видео не будет, я уже как бы, ну, перерос вот это все. Я не хочу, ну, продолжать свою деятельность на ютубе. Соответственно, я хочу, ну, пожелать вам всего хорошего. Желаю, ну, каждому, вот, ну, как я, ну, почувствовать, что, ну, такое настоящее счастье. То есть, что бы ни говорили, но найти девушку, отношения, вот это сейчас мои самые счастливые моменты в жизни. Я никогда не был так счастлив, ну, как сейчас. Соответственно, ну, пришло время, ну, попрощаться. Спасибо вам за все. И, ну, прощайте. С 1 апреля. Ну, поверили? Да как вы только могли, ну, поверить то, что человек, ну, который не выиграл генетическую лотерею, может найти девушку. Ну, как вы знаете, у меня, ну, косолазие, заикание, рост 1,50 м. И ни одна девушка за всю мою жизнь никогда не отвечала мне взаимностью. Не то, что там, ну, какая-то, ну, красивая, а даже, ну, та, ну, которая мне откровенно никогда не сможет, ну, понравиться, то есть. Но такова жизнь, ну, такова жизнь, и, к сожалению, мне бы хотелось, чтобы вот это оказалось, ну, ну, правдой, но, увы, увы, на то оно, ну, 1 апреля. Я, ну, думаю, что ни один из давних, ну, подписчиков
не поверил в эту шутку, но потому что я скорее, ну, поверю, что, не знаю, там завтра на Землю упадет метеорит, там, не знаю, что все, ну, мамонты вновь, там, не знаю, мамонты, но динозавры, ну, проснулись со своих могил, то есть их, ну, кости восстали, и вот они, ну, превратились в живых людей. Ну, как, ну, понимаете, моя жизнь, она, ну, была обречена на страдания, на боль, и ничего, и изменить вот это абсолютно не способно. То есть не 6, но тысяч, но подписчиков, то есть, хотя, ну, казалось бы, там, меня смотрят девушки, то есть, но, увы, за все время мне в прямом смысле не написала ни одна девушка, но, ну, то есть, не какая-то там, скажем, из других стран, ну, которая, ну, была бы готова, там, к серьезным отношениям, не уж тем более девушка с Украины, ну, которая, вот бы, ну, была готова со мной встречаться здесь и сейчас. А все, ну, почему? Да, потому что внешность, ну, рост, ну, решает все, то есть, с такими данными, ну, как у меня, абсолютно никаких шансов на отношения, абсолютно никаких шансов на девушку, да и банально, вот, вы думаете, я, если бы у меня, ну, появилась девушка, я бы, ну, бросил YouTube, ну, канал? Да, конечно же, нет. Ну, то есть, зачем мне девушка, ну, которая бы сказала, там, например, либо YouTube, либо же я. Ну, то есть, моя девушка должна, ну, поддерживать все мои начинания. Ну, то есть, она должна сниматься видео, она должна сидеть на стримах. Я, если она на вот это все не готова, там, ну, как бы не будет готова, ну, то зачем мне вот такая девушка? Соответственно, я бы никогда не променял YouTube на девушку, то есть, ну, потому что я хочу, ну, получать удовольствие во всем, то есть, я хочу и много донату, я хочу и девушку, то есть, и секс с ней, и отношения. Я, ну, как же много раз говорил, даже если у меня, ну, появится девушка, я с ней не буду заводить детей я не хочу, и детей я, ну, как бы не люблю. Я в них не вижу никакого смысла. Соответственно, ни о какой, ну, типичной вот семье, ну, речь даже не может и идти. Ни о какой свадьбе. Опять же, свадьба, ну, для меня абсолютно бессмысленная вещь. Ну, потому что свадьба, ну, то есть, она абсолютно никак не защищает от измен. Вот как я уже убедился. Ну, когда был женат, вот, в 2018-2019 году, свадьба не делает ваши отношения, ну, как-то не укрепляет вот эти отношения. Соответственно, самая, ну, бесполезная вещь в этом мире – свадьба. Вот, вот этот штамп в паспорте, соответственно, я никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы жениться. То есть, ни на какой девушке. То есть, ну, то есть, несмотря на то, что у меня абсолютно никакого имущества, то есть, нормальная девушка, ну, прекрасно, но понимает, что вот это абсолютно бессмысленная вещь. То есть, зачем штамп в паспорте, если мы и так бы, например, друг друга любили? То есть зачем ставить на себе, ну, какое-то, ну, клеймо? Вот, ну, клеймо, что ты там, не знаю, там, якобы верен, ну, только одной. Хотя мы оба, ну, понимаем, что вот это абсолютно ничего не изменит. Ну, то есть, если девушка захочет изменить, она и изменит. То есть, если я захочу изменить, я и изменю. Никакой штамп, ну, то есть, он же не будет меня в этот момент, но, как бы, как ошейник, ну, как-то бить электрошоком. Вот, нет. Соответственно, вот это все давно стало, ну, вот такими абсолютно, ну, какими-то ушедшими в прошлое вещами. То есть, абсолютно никак не влияющим на институт семьи в целом. То есть, штамп в паспорте – полнейший, ну, рудимент, но который уже должно, уже давно должен быть, должен уйти в прошлое. Соответственно, ну, дорогие друзья, да, ну, грустно, да, ну, печально. Естественно, ни на какую, ну, работу я не пойду. Не дождетесь, хейтеры. Если бы у меня, ну, появилась девушка, я бы, думаю, не пошел бы на работу. Ну, то есть, зачем мне страдать? То есть, да, там у меня бы был секс, да, бы у меня, ну, были отношения, но тем не менее, я не готов на такие, ну, радикальные меры, чтобы одновременно с этим и максимально, ну, портить свою жизнь, вот, ну, каждодневными, ну, походами, там,
Но туда, где мне не нравится. Ни одна но работа в мире, ни одна но работа в этой жизни мне не понравится. То есть не обычная, там, не удаленная, но потому что я не создан для работы. То есть, и та девушка, но которая хочет со мной встречаться, но то есть она должна понимать вот это, что я не пойду на работу никогда. То есть я не стану вот обеспечивать вот эту девушку. То есть я, если она хочет со мной встречаться, то есть вот эта девушка должна обеспечивать меня. А ни в коем случае не наоборот. Ну, вот такой я человек, что мне, ну, теперь убить, что ли? То есть я не хочу, но работать, ну, то есть я не хочу сотрадать. Я хочу, но только получать удовольствие от жизни. Если ты не готов на такие условия, то даже не пиши мне никогда, вот. Но, потому что, ну, то, что ты встречаешься, например, с величайшим блогером, в истории человечества, вот это для тебя должно стать, ну, тем мотиватором, то есть, ну, который, ну, будет мотивировать девушку на достижение. То есть, чтобы она заботилась обо мне, чтобы она давала мне деньги, чтобы она, опять же, давала мне все, что хочу. То есть, захотела что-то, вот она мне должна вот это, ну, купить. То есть, и ни в коем случае не обратный вариант. Ну, то есть, где вы видели, ну, такой, чтобы великий, величайший человек, ну, работал для того, чтобы обеспечить девушку. Вот это сама, но по себе, ну, то есть, абсолютно глупая идея, вот. Соответственно, если вот, ну, какая-то девушка не согласна на такое, можете даже не писать мне. Вот это мои условия, то есть железно-бетонные условия, но которые я никогда не изменю, но то есть я должен чувствовать себя свободным, а не каким-то, ну, рабом системы. Я, ну, творческая личность, то есть мне нужно вдохновение, то есть мне нужен секс, мне нужны отношения. И больше ничего, то есть ничего, что могло бы, ну, перечеркнуть вот это вдохновение, то есть снимать видео, то есть, но работа, она у меня, ну, будет забирать время, она у меня будет забирать силы, ну, то есть она у меня, ну, будет забирать всю вот эту энергию. Соответственно, на работу я никогда не пойду. Я, ну, предпочту, ну, как бы всю жизнь жить в одиночестве, то есть сидеть на шее у своих, ну, родителей. Зато мне не придется идти на работу. В общем, ну, дорогие друзья, всех с 1 апреля. К сожалению, но только, ну, как раз-таки во снах может быть жизнь, о которой я мечтаю. Но ничего не поделаешь, ну, так было заложено в генетике. В общем, ну, было такое видео, если вам понравилось, ставьте палец вверх, вот, напишите в комментариях, ну, поверили ли вы, либо же нет. И до встречи в новых видео.